Под занавес уходящего года депутаты Чебоксарского городского собрания уточнили бюджет 2015. Для шестого созыва эта процедура прошла впервые. Несмотря ни на что, бюджет нынешнего года чебоксарские депутаты скорректировали в сторону увеличения. Бюджет города Чебоксары на 2015 год увеличивается по доходам в общей сальдированной сумме на 170 миллионов рублей. В том числе за счет увеличения безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в сумме 557 миллионов и уменьшаются собственные доходы в сумме 387 миллионов. Размер дефицита бюджетов при этом увеличивается на 71,7 миллиона рублей. Бюджет – документ непростой, и закону сообщающихся сосудов не подчиняется. В казне так. Раз сократились собственные доходы, придется сокращать и расходы. 33 миллиона недополучат стадион Олимпийский на реконструкцию. На 94 миллиона сократили расходы на реконструкцию Центра Олимпийской подготовки по биатлону. На 129 миллионов на строительство Центра маунтинбайка. Впрочем, статьи, по которым расходы увеличатся, тоже есть. 1 миллион 364 тысячи направят на монтаж хоккейных коробок, 7 миллионов на культурные мероприятия, миллион на разработку проекта реконструкции тренировочной площадки стадиона «Спартак». Также затягивание поясов не коснется адресной инвестиционной программы по строительству детских садов. С учетом вносимых изменений параметры бюджета города Чебоксары составят по доходам 8 миллиардов 443,6 миллиона рублей, по расходам 8 миллиардов 868,7 миллиона рублей, дефицит 425,1 миллиона рублей. Впереди обсуждение бюджета на 2016 год. Его примут в конце декабря. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.